От белорусской народной до мировой классической. Инструментальный ансамбль «Мозаика» детской музыкальной школы искусств номер 1 имени Семеняка города Гродно может сыграть практически любую мелодию. Два десятка лет назад коллектив собирался как группа цимбалистов, но постепенно добавились и другие инструменты. У нас скрипки, аккордеоны, баяны, ударные инструменты, фортепиано. То есть это очень обогатило тимбрально звуковую палитру. Ну и, в принципе, вот мы звучим сейчас в таком варианте. Благодаря тому, что у нас есть разные тембры, мы стараемся работать в разных жанрах. То есть это может быть народная музыка, поскольку звучат цимбалы, у нас много белорусской музыки. Это может быть музыка популярная, это может быть музыка джазовых обработок. То есть мы стараемся работать в самых разных жанрах. Программа, которую играет ансамбль сегодня, готовилась в течение 3 лет. Десяток сложных, разных по звучанию композиций гродненцы не раз слышали на городских мероприятиях. Мы и собираемся в рамках школы, и концерты. Бывает в какой-то год много концертов, в какой-то меньше. Но, в принципе, как образцовый коллектив, мы выступаем на многих площадках города. Вот до сих пор все предвыборные кампании мы обеспечивали, когда нужно было первомайские праздники, 8 марта. То есть по мере возможности мы участвуем в концертах. «Мозаика» – это десяток талантливых детей из разных классов, которых объединил интерес к исполнению в группе. Они бывают разные, бывают удовлетворенные, бывают с линцой, бывают уставшие, то есть как все. Но в целом, вот тот коллектив, который сейчас, коллективы меняются часто, поскольку если 5-й класс, то сейчас очень хорошая команда, достаточно сплоченная, слушающая друг друга. То есть, не знаю, я к ним отношусь трепетно, хотя иногда бываю с ними и строга, конечно, но в принципе сейчас хорошая команда. Разный уровень подготовки совсем не мешает ребятам находить общий язык. Я тут уже 2-й год. В ансамбле очень прекрасная атмосфера, все дружим, общаемся. Вот. Больше нравится играть, наверное, музыку не народную, а такую мелодичную больше. Ну, ее легче играть. Я уже в этом ансамбле «Мозаика» уже 3 года. Я самый младший здесь, ну, пришел самым младшим. Мне нравятся здесь все пьески. Я играю на народном инструменте, аккордеоне. Чтобы выступать действительно ярко, участники ансамбля прикладывают недюжинные усилия, однако частые репетиции только добавляют энтузиазма. Я в ансамбле уже 4-й год, и каждую субботу мы приходим полным составом, проигрываем весь материал. И на самом деле, может быть, иногда сложно, возможно, устаем, но все равно есть какая-то радость от того, что собираешься, потому что тебе доставляет удовольствие то, что ты делаешь. Большая сцена требует дисциплины, времени и вдохновения. И все это есть у участников инструментального ансамбля «Мозаика». Thank you.